Новогодний марафон по раздаче подарков детям продлится до 31 декабря. Благотворительный фонд Рената Усатова предусмотрел приятные сюрпризы для 900 ребят. 100 детей из социальных центров Сомато, Сочиум, Сотис и Друмус Прекаса их уже получили. В среду 28 декабря волонтеры и муниципальные советники раздали сладкие подарки ребятам с ограниченными возможностями и детям из социально уязвимых семей. Социальный центр Сочиум посещает более 30 ребят с проблемами психического здоровья в возрасте от 12 и старше. У нас дневной центр и занимательный центр. То есть мы занимаемся с этими людьми в течение дня, согласно графику, для того, чтобы мы могли их интегрировать в общество, и каждый из них смог занять свою социальную нишу. Мы хотим поблагодарить фонд Рената Усатова за оказанную помощь, за подарки, которые он оказывает людям с особенно ограниченными возможностями, а именно людям, страдающим психическим заболеванием. Приятно получать подарки круглый год, особенно приятно получать под Новый год. Получается немножко волшебство. В кризисном семейном центре «Сотис» сейчас находится 8 ребятишек с мамами. По разным причинам они не могут под Новый год вернуться к себе домой. Получая подарки, дети смущались и радовались такому вниманию. Были послушны в этом году, так у вас очень хорошие родители. Так как мы со своей стороны, от лица нашего мэра, видим в нем Деда Мороза, пришли к вам от его имени, от имени Деда Мороза Рената Усатова, с подарками к вам. Так что желаем вам счастливых праздников вашим родителям, благополучия в семье, единства и счастья. С праздником вас! Следующий пункт назначения волонтеров – Центр временного размещения детей из группы риска Друмус Прекаса. Муниципальный советник Олег Шарик пожелал детям исполнения их самой заветной мечты – находиться в Новый год рядом с семьей. Дорогие детки, разрешите мне от имени нашего примаря Рената Георгиевича Усатова поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты, у каждого из вас есть свои мечты, чтобы они все исполнились, чтобы у вас у каждого были новые друзья в этом году, чтобы у вас всегда было все хорошо, чтобы вы были здоровы. Меня был месседж для мультсумирия для фонда Рената Усатова. И моему диктату для мультсумирия, что никогда не уйдете за нами. Перманент, на любой сарбатуаре, вы отдадите аминки для копилащих наших. Vă dorim cele mai frumoase sărbători să le petreceți în sânul familiei, să aveți realizări frumoase pe terenul profesional, să aveți pace în suflet și doar cele bune să se adune, cele rele să se spele, la mai mult și la mai mari, la mulți ani! Mulțumim! Asta de copii făcut, asta nu e... Подарки развозят и по домам. Среди получателей много детей, которые не могут самостоятельно передвигаться. К Новому году, как ты прекрасно знаешь, наш примарь Рената Усатова не остается равнодушным к близким ему детям, людям. И в преддверии новогодних праздников он поздравляет тебя с Рождеством, поздравляю тебя с Новым годом, желаю успехов, счастья, благополучия в семье и чтоб слушался родителей. С праздником! Спасибо. Да, с Новым годом! Всем всего доброго! И вас с Новым годом! В преддверии новогодних праздников у нас есть список лиц, скажем, нуждающихся, близких к нам лиц, которые мы не забываем, и от лица примара муниципия Белс, от лица Рената Георгиевича, хотим вас поздравить с Новым годом. Ну, в частности, не вас, с Новым годом пожелать счастья, благополучия и несомненных искренних радостей, что немаловажно. Спасибо. Да, держите. Я, если честь пробуется, передавать. Все, с Новым годом! Всего доброго! Да, обязательно передадим. К вам пришли для того, чтобы поздравить, поддержать частичкой добра в трудную минуту. Мы вас искренне поздравляем от лица нашего мэра Рената Усатова, от лица примарии муниципия Белс. С новогодними праздниками желаем вам счастья, благополучия семейного и радости. Спасибо вам большое. Вас еще раз с праздниками. Ага, всего спасибо. Доброго. Вас тоже с праздниками. Спасибо. До свидания. Вы нас вспомнили.